Надоедают мне хоузы, хочется какие-то билды тоже попробовать, типа саманы, вот мы пробовали, ничего интересного не вышло особо. На воине куча ачивок надо сделать. Ну, блин, базовым воином играть. Путь меча, кольцевые лезвия, суммарно 250 тысяч метров. Открывает циклон, улучшение на мете. Восстановите 10 тысяч здоровья за одно прохождение мечником. Нанести 500 ударов, предмет, шипастые кулаки. 500 врагам, 1500 более урона своими ударами. 1000 врагам, 300 и более, отражающая повязка, какие-то, короче, шмотки еще. Новый убить. 10 боссов, давай. Удар 80 врагам во время одной атаки. Вообще надо бы, но тут ничего интересного нету у мечника. Какие-то шипастые штуки, короче, ничего полезного. Я хочу что-то интересное, реально, кучу искр, хочу гига искры. У нас там открывались артефакты на молнии, все, короче, будет волшебница. Будет волшебница. Так. Сейчас где-то здесь должен быть колдун, у которого надо все вернуть. И волшебница просто накачать мега крит. В названии шторм почему-то стоит. Странно. Неужели я название стрим не поменял? Блин, может я забыл. Да, я, наверное, забыл название стрима поменять. Шторм вечером. Что-то я все написал, а название стрима забыл, да, поменять. My bad. Скам какой-то, да. Какой-то скам. В анонсе стрима смотрите. Это там, там больше правды. Так, волшебница, да? Поехали. Шмотки. Значит, шлем морозного дракона есть? Во. Вызывает цепную молнию магическими атаками по врагам. Есть. Дальше. При попадании из основного оружия ожог искра заморозка. Не, лучше какой-нибудь блок урона возьму, если честно. Изменить тип основного оружия на ледяной. Не, это мне не надо. Тут нам нужны криты. А, они тут и надеты. Есть. Ботинки, скорее всего, на хил. Хотя есть электрообувь. Ударные волны наносят 100 урона. Шанс на применение искры. Отлично. Громовые рукавицы увеличивают урон от искры. Отлично. Искры. И, наверное, хил от окровавленной рубашки. Кайф. Все. Дамаг. Дамажить. При каждой 250 ударов морозная звезда. Волшебница. К шансу на искру при крите с основного оружия. Еще 50 сверху. Гига искры. Все у нас... Все в искры. Даже квест какой-нибудь на искры возьмем, наверное. Буря с молниями. Скорость передвижения на 25, 20 стеков искр. В ходе основной атаки вашами сносить в среднем 50 критов в секунду. Вот эти вот вещи попробуем закрыть. Фастим, доброе утро, привет. А в игре много метапрогрессии? Достаточно. Достаточно много. Кстати, о метапрогрессии я ничего не качнул, да? У меня 40 тысяч монет. Надо подкачать перса, персов всех. Во-первых, урон от искры сразу на максимум, потому что это наш план. Скорость атаки чуть-чуть качнем. Крит урон. И, наверное, что-нибудь за 6000. Ну, магический урон. Вот так вот. Давай попробуем. Категорию не поменял. Да уже поменял, да, я понял. Я понял. Так, нам надо посмотреть нить археолога, да? Давно. Еще мы до сих пор не убили ни разу призраков. Горные идолы, сосуды с магмой. Магму хочу отключить. Скорость точно оставлю. Наверное, не буду какую-то супер высокую сложность ставить. Это что-нибудь вот такое. Приводит к появлению доп врагов.
Нить археолога и спешащие песчинки. Поиграем. Попробуем призрака убить хотя бы одного. Я не знаю, получится это или нет. У меня идей, как его убивать, нету. Может быть, какое-то особое оружие. Может быть, светлое оружие нужно. Кажется, меня душат с самого начала. Охренеть, душат. Ну, это элитные враги в этой локе. Они тут всегда жесткие. Давай, хренач их искрами. Смотрите, уже 4 искры к одному врагу применить получилось. О, немножко скорости можно взять, найс. Я, кстати, закрыл последний мир в Нордик на Рагнарог 10 и получил все ачивки, 150 часов заняло. Грац, грац, прикольно. Это молодец. Вон там нить какая-то, к ней надо прийти, но уже сказали, что это как бы этот, выносить зеленые шмотки вроде как. Вот, так что будем это делать. Надо было мощь забыть. Мощь бесполезная. Хотя нет, кстати, цепочка на базовой тычке. Может, не такая и бесполезная, как мне кажется. Блин, что-то ничего из этого вообще не хочу брать. Давайте радиус собирания выкинем. Регенерацию выкинем. Площадь выкинем и сделаем рерол. Жесткий я, да? По-хорошему вернуться, собрать эти. 5 к базовой силе блока. Чё у меня здесь в блока есть небольшая, да? Но я сейчас фул криты, прям искры собираюсь, вот это все. Короче, буду такая стеклопушкой буду. А то устал уже собираться чисто в урон. Урон. Владение оружием 1. Урон с новым оружием, скорость, многократный удар, мощь. Я сомневаюсь, что цепная молния сильно много дамажит. В основном, мне кажется, у нас урон от искр должен быть. Вчера искал залипалку на мобилку. Если кому интересно, то данная игра вроде 10 числа релизница. Вот это? Halls of Torment на мобилке? Нифига себе. Если так, то прикольно. Во, скорость передвижения, отлично. Мне прям не, чуть-чуть не хватает. Мне прям не хватает. Шанс на искры, урон от искры. Кайф. Берем. Самое главное, наверное, шанс на искры. Да? О, неуязвимость. Блин, урон обычный. А что мощь на других молниях делает? Ничего. Увы. Ну давай немного урона возьмем, так и быть. Давай на неуязи убей их всех. Урон умения, бонус криту, минус площадь. Окей. Вполне себе неплохой варик, как будто бы. А какие у меня вообще криты сейчас? 94 на 190. Что? Откуда? Кольцо громовые рукавицы 82 дают. Проценты. Их что, пофиксили? А что с уроном? Громовые рукавицы ничего не уменьшают вроде. Шанс на крит здесь всего лишь 18. Фига себе. Давай скорость атаки наролим. Так, надо элитку убивать как-то, да? Ах, как же я пробегаю мимо них-то. Жесть вообще, жесть. Вчера закрыл большой гештальт по ХС, рапнул всем персонам 80-й левел и открыл всем большие следы. Тема, поздравляю, Грац. Я коплю запасную смолу в ХСР. Давно не заходил вообще. О, скелеты начали выходить. Не верю, нужен мне обычный урон. Что-то в меня, блин, еще какой-то магией стреляет. Наверное, этот босс. Так, возьмем немного мощи. Это продлит цепочку, да? По врагам.
Сколько планируешь завтра играть? Я думаю, пару часиков. Скорее всего, уже недолго. Честно, залы уже поднадоедают немного. Там еще целых 25 каких-то уникальных артефактов. Но, блин. Пока все откроешь. Такое себе. Так. Скорость передвижения, здоровье, сила блока. Шанс на искры, урон от искры. Шанс на крит молнии. Давайте мы попробуем... сейчас... залочить вот это свойство. И возьмем 10 скорости передвижения еще. Можно, кстати, попробовать 20 скорости передвижения нам магички собрать. Раз там есть такой квест. Ни хрена себе, уже эта хрень вылезла. Вот оно. Это мы берем шанс на крит молниями. Слушайте, итого у меня сейчас крит шанс 106. Оверкриты, скорее всего, смогу делать. Чисто пытаюсь дамажить искрами, уж не знаю, насколько это вообще будет работать. Пока еле-еле как-то уклоняюсь. Урона не получил, на чистом скилле. Каком-то безумном. И это всего лишь что? Сложность 3? Офигеть, конечно. Блин, вот это вот очень надо убить желтого. Он уже достал тут ходить. Думаю, если я урон получу, они мне под 50 минимум впишут. Поэтому стараемся стакать скорость бега. Сколько у меня вообще? 9,52. Интересно, получится ли у меня какую-нибудь еще шмотку на скорость бега найти. Опять же, тут есть ворон, который ускоряет, да. Базовый крит. Базовый крит — это очень важно. Его как раз сильно не хватает. Форд, защита сила блока. Это не то, во что я сейчас вкачиваюсь. Я стеклопушка билд. Стеклопушечка. Скорость атаки, многократный удар. Во, вот это вот мне вообще нравится. Возьму. Сундук. Блин, ну с бутылкой, правда. Чё мне эта бутылка? Ничего. Доброе утро всем. Привет, Картген. Доброе-доброе. Приветики всем. Всем здрасте. Больше проходить вампирлайки на 100% не буду, от игры тошнит теперь. Вот мне тоже не очень хочется, знаешь, вот я, у меня основной Vampire Survivors, когда он только вышел, тоже... Вся история с этими играми, в принципе, связана в основном именно с этими, с... с закрытием 100% ачивок, да? It's macabre. Наверное, это главная фишка вампирлайков, которая такая затягивает, прям затягивает, да? Ну, я тоже так думаю над этим, наверное, не очень хочется. Вау, два усиления есть, шанс на искру, минус базовый урон. А какой у него базовый урон? Чё у меня по искрам? У искр 600 тысяч урон, базовый урон молнии нормальный, но... Давай-ка еще больше искр. Я пытаюсь все-таки задание на искры сделать. На искры и на скорость передвижения. Блин, я когда-нибудь буду их всех убивать или нет? Интересно, прям. Интересно. Охрана, проворство. Тоже залочить. Здоровье, скорость, сила блока, которую я вообще не качаю особо. Зелье воспоминаний. Давай разочек подлочу. Мобов я так нормально доджу. Все еще без урона, жесть. Опять бутылка. А где нормальные коробки? Не могу, блин, взять. Мощь, скорость атаки, многократный удар.
Ау, еще и босс, и скелеты самонерские. И вот она, смерть практически, да? Просто три тычки получил. Шанс ударить, получить удар с кровью. Враги оглушенные ударами молнии. Вау. Вот вам билд не на силу блока, а на какие-то там искры. Всего лишь третья сложность. Враги не умирают. Я умираю. Честно говоря, дичь. Не знаю, как босса убивать. Абсолютно. Абсолютно. Первый хорошо коротает время. Когда на работу на электроне ездил, часик с утра очень даже неплохо. Минимум усилий мозговой активности с 6 до 7 утра. Максимум залипательности. А если его блока качать? Чё за урон у искры? Всего лишь жалкий лям. Я бы уже блоками больше бы надамажил. Вот честно. Возьму, наверное, магнит, просто чтобы немного усилиться. Шанс на крит молниями. Блин, или шанс на искры. Найс, саммон, спасибо, блин. Блин, я магнит не взял. Пойдем посмотрим, что за игла хотя бы. Я все равно вижу, что этот забег уже проигранный. Вообще не знаю, как собираться в эти бесполезные статусы. Хотя он огненный статус классный. Отправка экипировки истощает колодец. Ставь здесь предметы, отправь его на поверхность. Правильный предмет можно купить и использовать для всех будущих прохождений. Купленный предмет нельзя потерять. Понятно. Вот сила блока и защита — это тема. Говорит, зеленый шмот выносить. Да я понял уже, да. Только с зеленым шмотом дальше нормальные билды можно будет собрать. О, какие-то ледяные стаки пошли. Смерть. Здесь всегда настолько мгновенная смерть просто. Шанс на крит. 150 предметов еще теперь вытащить. Замечательное нечто, чем я не буду заниматься. Плюс ведро. У меня ни одной шмотки пока нету. Тринадцать стеков, кстати, есть. О. А, это я залочил, да? Почему я вторую-то... А, я пытаюсь... А, так это у меня единственное, что осталось залочено. Вторую я уже взял. Короче, надо в блок выходить. Я хз, защиту качнуть. Блок скачать. Иначе урона нету. Может, как-то выживу. Тело, блин. Ну вот швея, да. Кстати, при шанс получить плюс один к здоровью при каждом убийстве происходит зарядка, а урон увеличивается с убиванием отдачи. Ну, пошли эти шмотки. Им сразу сдадим. Это, кстати, очень круто, что это
10% шанс получить плюс один к здоровью. Просто. От любого попадания. Абсолютно любого попадания, да? Кстати, ведра помогают сюда тоже сбывать предметы. Забавно. Плащ создает теневые пятна каждые 2 секунды. Врагам наносит урон каждый 0.5. Игроку плюс 20 базовой силе блока. В теневом пятне. Звучит круто. Так я эти штуки уже, видимо, и брать-то не буду особо, да? Бутылка при отправке и покупке позволяет увеличить количество доступных зелий обновления. Что еще за зелье, не помню такого. Надо бы в свитке еще искру в идеале вытащить. Я, блин, с одной обилкой играю. Может быть, поэтому меня убивают? Ни хрена себе. Смерть. Это смерть. Магическими атаками, пораженным искрой. При передвижении порождает ударные волны, наносит 200 урона, обеспечивает шанс искры. Я не успею, скорее всего, вторую иглу поюзать. Вот эту молниеносную шапку. Хочется к ней вернуться, но... боюсь, что не получится, да? Быстрый, ну там еще один моб. У меня рандомная хрень какая-нибудь прилетит сейчас. Здоровье, сила блока, ура. Буря с градом сферы, снаряды. Рерол. Кстати, может, фантомные иглы помогут. Баночка, ведро, нифига себе. Ну так, мне бы первое ведро вначале потратить. У меня баночка, конечно, очень хорошо выхилилась сейчас. Вон, блин, может и вытащить, что-то я это... душусь, но вроде как живем, не знаю. Ну, кулаками давай расталкивать врагов. Сила толкания жесткая у них. Ничего не вижу. Мощь, скорость атаки, многократный удар. Демонический обмен, скорость атаки, передвижение, призывом. Боже, ужас какой. Забвение. Здравствуй, Ульфрик. Вау. Какой ты оригинальный. Ну-ка, я только-только взял эти фантомные иглы. Сколько ДПС? Ну, почти как у ударов молнии. Урон от искры уже 3,5 ляма, но я тут и легу взял себе. А, я вообще забыл, кстати, на стойке повтора делать. Блин, давайте бахнем. Их надо на самом деле как можно раньше потратить, иначе просто проигрываешь. На таких сложностях. Че, без мата решил стримить? Я всегда без мата стримил. Уже несколько лет. Ну, лет 6. Ну, я стараюсь как бы не материться. Этот тег всегда висел. Блин, серьезно? В смысле, я же забвение кинул этому говну. Бутылку отправить, корону грома отправить.
Да опять урон призывов. Да хватит мне это говно досувать. Правда, я устал уже от этого. Иногда мат прорывается. Иногда запикиваем, иногда просто матерюсь от плохих игровых механик. Ну, мата должно быть в меру. И в правильное время. Вот, например, вот сейчас, когда мы помрем от этого дерьма. За то, что билд говна. Кстати, 20 штук почти применил. Вот бы добить. А я корону снял. Я снял уже корону, так что не факт, что получится. Непостоянно. И запикивание все-таки идет в безмата. Конечно, да, запикивание такое. Я согласен. О, шанс на искру, давай. Блин, хочется попробовать, конечно, ачивку сделать с этими искрами, но корону уже сменил. Ой, не на мосту это, конечно, делать надо. Так, а что у меня со скоростью бега, кстати? 10 метров в секунду. В теории, наверное, если найти ворона... О, этот меня сейчас убьет, чел. Стихийный всплеск. А где у меня... А, я взял один саммон, и мне начали приходить пассивки на саммоны. Вот в чем прикол, я понял. Всего лишь один кулаки, да? Чтобы, блин, врагов отталкивать взял. Жестко. Да, без шапки сложновато будет теперь. Костример постоянно матерится, выглядит отвратительно и несерьезно. Удар молнии скрит, который вызывает взрыв, наносящий огненный урон. Ну, серьезно, в зависимости от силы удара. Блин, ну пускай будет. Я не знаю, мне надо усилиться хоть как-то. Ну тут шипы какие-то бесконечные, как я должен здесь сбежать. Жесть, всего три из этих не смог. Когда же я обрету покой? Да, это вот обрели. Ладно, еще одна попытка. 20 искр наложить. Честно, виадук больше не пойду, не хочу. А ямбэк, хорошего стрима и настроения. Здорово, допер, привет. Тем более мы корону, блин, выбили на доп искру. А че еще куртка крутая, да, с вампиркой? Ну и на другую локу хочу. Не знаю, давай тлеющие земли потыкаем. Прикинь, если бы ты терял взятые шмотки в неудачных забегах. Тут и в Десмоздай, например. Приходилось бы, конечно, думать над тем, что брать. Гораздо больше. Блин, здесь-то птицы и не ускорятся, если я захочу. Так, все еще попытка в супер урон, да? И скорость бега. Шанс на крит. Все равно танка билды мне нравятся больше. То есть здесь очень много врагов иногда вылезает. И... Что-то такое иногда не работает. Появилось так мало. Магнит есть, здоровье, сила блока, урон. Нужно не урон. Так, это еще и ресапчик допера был. Блин. Спасибо за ресап. Я здесь сижу, радуюсь, что ты просто вернулся. Ну, шанс на крит молнии.
Блин, как же хочется прям еще вот молнию найти, которая шаровая. Просто вот сейчас прибежать к свитку и найти шаровую молнию сразу же. Как бы каковы шансы, но... Чем же какой-то элитный слайм, что ли, вылез? Зачем я беру процентный урон, если я собираюсь дамажить only искрами? Добрый день, про зелье забываешь? А, не забываю про зелье, ни про какие, ни одно из них мне сейчас не надо было использовать. Очередная игра по типу вампиров? Да, со своей особой механикой билдостроения через шмотки. Дальность, наверное, вот бесполезная фигня еще, надо ее убрать. Понял. Прими, кстати, зеленое удвоение шанса искры. Да, можно, можно, можно. Удвоение. А было на что? Конечно, накачивать силу блока защиту без не имея не вкачав этот такое себе. Искра, пожалуйста. Рерол. Шаровуха. Ей, выпала. Опа, этот голова какая-то быстро летит за мной, но эту мы быстро, видимо, убьем. Денежки. Еще не все поднял. Свиток. Бум-бум-бум-бум. А, и локи полегче. Бегаешь, куда глаза глядят. В отличие от дурацкого моста, вообще никогда не хочу больше на мост идти. Но квест там один не выполнен. Самоны не хочу брать. У меня все еще не сделана ачивка на кольцевые лезвия. Должны летать 450 метров. Шанс на искру. Вот этот, да, можно качнуть. Шанс на крит молнии, наверное, не буду брать. Хотя нет, давайте попробуем его тоже найти. Привет, интеграл, здорово. Мы тут молниями балуемся. Вот он. Сейчас возьмем этот шанс на крит молниями. Непонятно, оверкрит на всех шмотках работает. Ой, на всех хабилках работает или нет? Мощь. Отлично. На лезвие нужна дальность, которую ты забанил. Да, нужна. Ну, а что поделаешь? Таков путь. Я же все равно, наверное, могу делать эту ачивку на лезвие. Это у мечника где-то. 467 метров. Ну, маловато. Я думаю, скорость атаки на них тоже может повлиять вполне. Скорости бега мне пока хватает. О, базовый крит вообще супер топ. Базовый урон, скорость. Я пытаюсь прям все в искры сейчас. Прям все в искры. Поэтому скорость атаки, наверное, да. О, защита, силы, блок. Но она еще придет, никуда она не денется. О, слаймы. Я, кстати, в прошлом забеге ведро не отправил с обычной шмоткой, да. Наверное, можно было это сделать. О, еще один... Вот бы всегда таких элиток, которые просто идут за тобой и умирают рядом. Да? Прикольно было бы. Шанс на искру, кайф. Удваивать не буду, удваивать лучше только базовые пассивки героя, да? Случайно какой-то магнит выпал, кайф.
Я еще хочу скорость бега попробовать накачать, но вряд ли получится. Там и ботинки какие-нибудь нужны особые. О! Там еще шанс на искру молнии был. Ту-ру-ру-ру-ру. Вчера отыскал интереснейший баг на охотнице с собакой. Если взять у кулаков эволюцию серии ударов, она дает 1 000 000 вроде оружию и собаки. Так вот, собак после этого критовал на 27-24 миллиона, медленные головы умирали с куся. Жесть, там. Что, к этой игре есть русификатор? Нет, русификатора нету, есть официальный русский язык от разработчиков. Доброе утро. На картинку здесь, да, верим. Верим. Так, это вот лучшее, что я могу найти во владении оружием магички. Надо до свитка добежать. Сейчас по-хорошему, да? Нужен какой-нибудь большой элитный моб, что на котором мы сможем. Ау. Попробовать настакать 20 стаков. Ну, в финальном боссе, наверное, можно, не знаю. Кстати, большой элитный моб вылез. Ту-ду-ду. Ту-ду-ду. Прям как первый забег, когда вернулся в игру, тоже на скоростной магичке играл. Ну вот эти вот ледяные шипы от элиток прям раздражают. В Стиме это есть, да. Чего, какой русификатор? Нет, ты просто покупаешь игру и все. У тебя есть русский язык. Он просто есть в игре, и все. Свиток. О, слайм. Золотой. А, какой-то демон за мной бежит с огромной скоростью. Дофига элиток отовсюду вылезло. 11 стаков шока. 5 минут, кстати, 5 минут уже пробежали. Там деньги, я вижу их. Плюс 5 урона за каждое применение стеков. Могут с вероятностью получить удар с крои. Еп, 40 дополнительных процентов. Многократные удары. О, зеленая. Урон с ожогом. Тоже офигенно. Прям взять сразу же как основная шмотка огненного чувака. А давайте. Основополагающая прям шмоточка. Пойду ее сразу донесу. А, если не умру сейчас от огненных чуваков. Как работает агония? Я до нее еще не дошел. В первую очередь агония усиляет врагов от того, сколько артефактов для агонии ты возьмешь в забег. Блин, я не могу добежать до иглы. Меня постоянно окружают какие-то огненные големы. Все деньги даже взять некогда. Вот, то есть я взял 3 артефакта, враги стали сильнее. Плюс самое главное, что каждый артефакт дает уникальные какие-то фишки в игру, добавляют. Ну, уникальные усложнения. Да, я не знаю, я никого не убиваю. У меня весь билд я в урон вкладываюсь. Ладно, я пытаюсь вкладываться немножко в блок тоже, чтобы случайно не получать рандомные тычки, но, честно говоря, получается не очень.
вообще опыта не получаю, потому что радиус сбора не такой большой, а... Я вообще не уверен, что у меня враги умирают, если честно. Че сгорел за два забега? Первый до ведер не было вообще, на втором я забыл сдать. Не, ну забывать сдавать, это, конечно, ошибка, да. Ну вот ты забыл, а я просто литерали не могу сдать, потому что никто не умирает и... О, увеличите ранг агонии 50 раз. Какую-то ачивку дали. Достижение одного и того же ранга. В агонии несколько раз за прохождение не засчитывается. Это когда ты его сбрасываешь, там есть какая-то штука, я ее помню. Шаровая молния, поехали. Шанс искры. Шанс на крит. Одновременные. Эй, плюс урон в лицо. Фу, вообще отвлечься на чат не могу, честно говоря. Вообще. Сдаю обычно после босса. А, понятно. Все, я сейчас помру опять, видимо. Я хз. Очень слабый пилогурик, очень слабый. Да, собираюсь в искру, но почему-то при этом крит урон накачиваю. Зачем? Непонятно. Тысяч врагов за все прохождения. Чисто магом или что, или кем? Может быть, на магмовых пещерах чисто закрыл какую-то хрень. Ой, боже мой. Я пойду попробую сдам огненную. А да хрен, я там что сдам? Свиток вон выпал. Надо усилять шаровуху. Я больше не хочу в искры играть вообще. Нет, конечно, может быть, надо перестать играть забеги по 20 минут, чтобы врагов было не настолько много, и тогда ты будешь их убивать и будешь спокойно скейлиться в лейт. И делать всякие ачивки. Но забеги по 30 минут, блин, это... Стримеру хочешь просто пройти эту долбную игру? Это жесть. Вон там свиток есть. Двигаясь мимо врагов, шаровая дополнительно порождает цепную молнию, меняет направление и притягивается. Давай вот это вот. Звучит прикольно. Реген не приходят или заблочены. А у нее слишком маленькие цифры регена. Там и флетовый тоже маленький. И не хочу даже брать, честно говоря, на магичке. Тут либо выйти в фулл силу блока, и тогда она будет сильной. Либо пытаться, как я, просто все спамить в искры и в итоге проигрывать. Как сейчас. То есть нормальный билд на магичке — это куча силы блока и эмблемы валькирии. Типа, ну... Нормальные люди обычно ачивки не на макс сложности. Но это не макс сложности, я всего лишь 3 артефакта поставил из 5. Ну блин, камон, сейчас бы делать ачивки на маленькой сложности, это же скучно. Типа, да, можно поставить первую локацию, взять валькирию и 15 минут стоять на месте. Ну серьезно, типа? У меня такое чувство, как будто мое время улетает в никуда, если я так сделаю. Меняет направление, притягивается к врагам. Давай. Мне нравится сложность в игре. Она, блин, есть. Она прикольная. Достаточно. Ну, красный сундук. Да и ботинки какие-нибудь топовые. 15 секунд. Блок одного урона. Корона грома, физический урон. Взывает цепную молнию с физическими атаками. Не, на вторую такую я вытаскивать не собираюсь. Вот это интересно. Амулет блока урона.
Общий урон стоит подкачать, чтобы начать убивать. Не, а общий урон, ты видишь, она не дамажит. Она дамажит только искрами. Но я в искры иду сейчас. В этом и прикол. Вообще, вообще за магичку надо играть после того, как за 10 минут сокровищницу закроем. Как шмотки попадают в сундук на базе? Их надо купить у золотодержца. После того, как этот колодезидержец, как-то так его зовут, там у него странное имя. Вот, но если вдруг он уже у тебя ушел, то тогда они просто попадают и все через этот, через колодец, ты их просто отправляешь и все. А если не покупал, они появились, это странно. Их надо покупать. Просто так они не должны попадать. По-моему, я докачал себе блок нормальный. Нет, показалось. Ой. Приснилось. Там какой-то перк сверху, по-моему, неуясный. Вижу, лежит. Шанс на искру. Просто крит шанс. Быстрые руки. Магнит случайно где-то нашел. О, минус урон от молнии, но плюс 30 шанса на искру. Или плюс урон от молнии, но минус шанс на искру. Так, давайте удвоим вот это вот. Я все-таки пытаюсь ачивку на 20 искр сделать. В одном таргете весь наш основной урон идет с искор у форт. Блин, магнит был прям кстати. Это я стартовый магнит поднял или нет? Сейчас сколько у меня скорости? 10. Мало. Тут какая-то шмотка лежит. Чё это вообще? А, ну да, здесь же есть такая. Я ее уже поднимал вроде бы. Че, еще один амулет? Урон сводится к нулю. При обычной зарядке дает бонус к мощи переполнения. О, урон от искры плюс 100% при 1800 метров. Чего? Электрообувь Динамо. То есть он больше не спамит этот? Но я качаю себе урон от искры. Прикольно. И там книга появилась. Прикольно. Кажется, сейчас искры наконец-то начнут дамажить, наверное. Я говорю, все билды, блин, на зеленых шмотках базируются. Что еще электричество может начать бить? Ну, самоны, понятно, но... Вон пробивание надо взять, чтобы оно это урон дебафами качало тоже, да? Искрами, в том числе. Астерчан, приветствую. Какой сейчас шанс искры? Я не знаю, есть такая инфа? 110%. Это при каждом крите. У меня 100% крит на базовых тычках, например. Так, а у меня доп ведра нет, да, сейчас? Я ничего не могу сдать. Ладно, наконец-то билд сработал более-менее. По-моему, у меня даже достаточное количество блока, чтобы иногда не получать урон. Ау! Больно, блин. Ботинки, которые по 2 макс хп будут качать. Один из самых сильных предметов, которые надо скинуть в этот. Но у меня нету иглы, у меня не падали пока эти... Так, это неуяз, да? Сколько скорости под неуязом? 13 метров. Мало. Не знаю, лавина, драконье дыхание. Честно, хрен его знает. Что из этого может еще электричеством бить? Ничего, наверное.
Фармишь на моток, так и прет, да хрен там. При успешном блокировании 50% шанс на доп. Атаку. Вау. Я такого даже не видел. Это охренеть как сильно для этой... Для Валькирии, да? Да и для мага тоже, кстати, доп. Удар. И блоки. Чё-то свитков дофига, прокачки нифига. И ведер. Ведер нету, самое главное. Блин, я реально, походу, мне блока хватает. Я каким-то образом... Ну чё там по урону от искры? 19 лямов. Всего-то. Мне кажется, святая аура бы, знаете, эти 19 лямов нанесла бы 8 минут назад, где-то 10 минут назад. На второй минуте уже эту цифру бы вписала. О, я завершил квест, кстати, все-таки. Да-да-да-да-да. Там есть еще один какой-то. 50 критов в секунду и... В минуту? В секунду. Увеличьте скорость передвижения до 25 аж метров. Не, ну это точно надо на мосту делать. И со всякими там ботинками. Не за... Я не забывал интеграл, я это сделал в самом начале. Я перекинул ей все в крит-шанс, чтобы у нее был больше крит-шанс. Крит-шанс на этом персе, это база. Чтобы наносить урон этими... Слушай, наверное, чтобы наносить... А, подожди, так это только основной атакой. А как? Мне что, мощь нужна? Или скорость атаки? Или что? Я не знаю. Больше многократных ударов. Базовая защита, скорость передвижения. На самом деле, такой охренительный этот. Это очень крутая штука. Не, ну сложно здесь круто растет. А представьте, 30 все виды артефактов попробовать использовать и пройти сложность со всеми видами артефактов. Это же вообще жесть. Блин, может сегодня все-таки не последний стрим по холзам? Радуют они меня своей сложностью. Авты, скорость, многократность. Ну да, да. И камушками качать тоже авты, да. Блин, места вообще нету. Ну вот, не падают. Морозные шипы. Шанс при применении основного оружия 100 ледяного урона. Огненный след через каждые 1-4 метра. Тоже круто. Громовые рукавицы. Ты... Штука летает, когда ты сдохнешь. Чё, мощь надо накачивать для этого. Для этой ачивочки. Блин, по одной ачивке в забег, конечно, делать по сосне. Дайте ведра. Алло, дайте ведра, молю. Многократный удар снарядами. Почему этот эфирный сдвиг внезапно пришел? Потому что я до 70 уровня дошел, видимо, поэтому. Качаю мощь, сейчас 27 должно стать. Ну или не должно. Потому что эта игра никому ничего не должна. Ду-ду-ду-ду. Ду-ду-ду. Скорость атаки — ближний бой. Сомневаюсь, что цепная молния считается каким-нибудь ближним боем, да? Корона грома. Шанс при уроне искра. Урон уменьшен. Безупречная стойка 120. Шанс на крит. Образование цепочки от мощи. Весело?
Как пойти сделать себе кофе? Просто идешь и делаешь. Кофе-то вкусненько. Два сундука, ни одного ведра. Возможно, там сундуки с бутылками, кстати. Когда-нибудь они перестанут мне падать и забивать инвентарь. Может быть, сейчас 27 будет? Не будет. Оранжевые шмотки. Ничего из этого мне не надо. О, крит-кольцо. Ачивка считает не твои криты, которые ты сделал за одну секунду. Количество всех критов разделено на время в забеге. Скорее всего, так и есть. Это правда. То есть тут надо прям с первой секунды начинать гигакритовать базой. О, ведро одно пришло. А что я хотел отправить? Во-первых, бутылку. Во-вторых, наверное... Ботинки, конечно же, ботинки. За каждого врага с ожогом урон эффекта. Сила блока до 5 силы блока на 1 мс в секунду. О, это, кстати, как раз на эту, да? 10 метров в секунду, 50 силы блока, имба. Ты сам атаку, то авто сейчас нет. А, может быть, я случайно прожал, я не знаю. А, да, я реально автами не бью. И как, давно кто-нибудь заметил? Вообще, я обычно не переключаюсь. Мог случайно мискликнуть. Блин, вот бы выжить. О, магнит вовремя, я считаю. Давно уже, ну и ладно. 36 сразу стало, кстати, в расчете на секунду. Было 26, стало 36. Это мне бы шанс на страдание, да? Хотя, ну ладно, давай. Сколько бы докачать тоже до уровня. Еще магнит есть. Так, я очень хочу скинуть вот эти ботинки. А, стоп, подожди-ка. Вначале бутылку, потом ботинки. Все, топ. Ту-ду-ду. Ту-ду-ду. Кажется, смерть близка. Оверкрит икста. О, не уяс. Нифига себе. Доброе утро, Бибрейв, приветствую. Сегодня уяз закончился. Я не могу бежать к свитку, надо бежать туда, где нет врагов. Целых 4 минуты еще выживать, как же бесит. Чего их так много? О, книга. А че мне книга? Зачем мне книга? Слушай, ну со свитков можно лутать хил, наверное. Я даже не знаю. Радиус площади, скорость атаки, срок существования разлома. Скорость передвижения, умения. Да, давай просто возьмем и все. Там можно было десятых настакать. Полностью не останавливаться, время начинает наносить не меньше, больше урона. Через короткое время распадается на более мелкие. Квест? Нахера мне квест? Что, я его не делал, что ли? Делал когда-то. Сто хелспоушен дают. Раньше по 200 приносили, или даже по 300. Че сейчас-то по сотни? Гармоник слабый всего 60 Гц. Из-за такого количества действий начинает лагать изображение. Блин, ну совсем слабый какой-то моник. Подожди, мне кажется, не может из-за Моника лагать? Тут вопрос в видеокарте, разве нет? Ну, как-то странно было бы.
О, кстати, в ходе основной атаки наносите криты в секунду. Я сделал квест. Изи. Сделал криты. Да-да-да-да. Ну, скорость передвижения, это надо, да, с нуля как-то закрывать. Почему 19 из 20... А, 20 из 21. Жесть, полностью почти закрыл магичку, офигеть. Даже если я надену эту шапку сейчас. Кстати, хорошая шапка. 12.54, а надо 25 скорости. Там важно брать еще этого какого-то эмблему перса, у которого скорость есть. По-моему, скорость есть у этой... У лучницы вроде бы, да, в этих... Слушай, ты когда-нибудь выкопаешься, чтобы я тебя дамажил? Я, кстати, главную дамажащую шмотку снял только что. Корону. Капец, а что у меня так много... А сколько у меня сейчас молнии? Многократный удар 4.30. Образование цепочки 5.1. По 5 бью 4 тычками. Интересно. И все это криты. Давай как-нибудь повторим. Пу-бу-бум. Пу-бу-бум. Где выпадают эмблемы? Эмблемы в ачивках. Тут все через ачивки практически открывается. Такая база. Закапать глазки. Да вроде сейчас не надо особо. Ту-ру-ту-тум. Тум-ту-ту-тум. Ту-ду-ду-дум. Блин, ну ботинок на 2 хп в этот... Ой, нифига ускорение апнул. Есть еще скорость передвижения? Сколько у меня? 17.22. На самом деле, эту ачивку очень быстро сделать на мосту, реально. Просто взять пару шмоток каких-то на скорость и все. Сейчас возьму и доделаю все ачивки волшебницы. Будет прикольно. И больше никому на нее играть не будем. Зачем выбивали все эти шмотки на электричество? Непонятно. Ту-ду-дум. Интересно, а вот это задание с пилами. Путь меча. 29 тысяч, надо 250. Не представляю, как это собрать на самом деле. Я там неуязвимость где-то слева видел. Здесь он хилка лежит. Вместе с магнитом. Слушайте, может это... А, ботинки я уже скинул. Да, логично. Я сейчас реально доделаю все ачивки волшебницы, чтобы вообще забыть о существовании этого перса. Может быть, там будут какие-то чувачки, которые только ей делаются нормально. О, босс. Блин, отдай ведро. Книжка вместо ведра. О, босс. Ну, это, с этого тоже, наверное, сундук выпадет. Какой-то змей. Ну, там вот два неуяза лежит снизу. А, это не неуяз, это скорость атаки, лол. И дабл дэмэдж. Сейчас. Сколько еще искры надамажили? 72 миллиона. Все остальное еле-еле до десятки дотягивает. Ну, в этом как бы весь билд. Поэтому, наверное, неудивительно. Шанс на крит, радиус площади. Давай. Ведро. Молю, ведро. Сундук. Ну, кто бы сомневался. Какие-то новые шмотки. Скорость атаки минус скорость передвижения. Активируется при собирании зелий или лечебной магии. Сток скорости атаки. Там вроде только на мечнике. Нет, там на любом персе. Иначе оно бы сейчас не засчитало эти 29 тысяч метров. Точно на любом.
Ту-ду-ду. Ту-ду-ду. Жесть, тут, конечно, без монетки лежат. 4000, кстати, насобирал. Вот на этой локе, кстати, с амонером поиграть. Тут каких-то гончих адских поубивать. По-моему, эти как демоны. 150 миллионов урона за одно прохождение в тлеющих землях. Окей. Удивительно, что до сих пор я этого не сделал. Ну, а сейчас, по-моему, мы помрём. Давайте шапку наденем на доп. Защиту и скорость бега. Или не помрем. Ей. Так, ты где там? Давай, помирай уже. Капец, босса аннигилировали просто. Что это такое было вообще? Демонический куб. Новый артефакт. Вы ощущаете кончиками пальцев резонанс жуткой энергии. Вот так. Теперь новые артефакты падают просто за забеги. Забавно. Чё? Забагавшая иконка. Интересно, что дадут за волшебницу скорость бега? Преданность 5, просто волшебница. 150 и 500 миллионов набить. Жестко. Блин, гигамолнии, конечно. Да, урон ты скрыл в итоге прикольный получился. 88 лямов, хоть я и сидел, ныл на нее. Дополнительный свиток в тлеющих землях. Круто. Пойдем, быстро выполним ачивку волшебницы. Ну, может, быстро не получится, но... Здесь скорость бега. Здесь нет скорости бега. Хм. Please, take care. Десять скорости передвижения. Ботинки при ранении 20 скорости передвижения или беговые башмаки? Это при ранении лучше брать. Еще не умрем от них. Наверное. Скорость атаки. Здесь что-то есть на скорость бега? Есть. Амулет собирателя. Ну, такая слабая, конечно, шапка. Чё на скорость бега здесь есть? По-моему, скорость бега есть у лучницы. Значит, берем ее. Окей. Здесь всегда нить. Чё это? Элита, босса и повелители получают дополнительные умения. Жуть. Если честно, жуть. Эти три самые такие жесткие. Забытый виадук и поехали. Что-то есть из-за тех, что скорость бега увеличивает? Или что скейлится от скорости бега? Учится есть прибавка к базе, но вот я тоже что-то такое помню. Блин, я сейчас здесь, наверное, никого не убью просто. Я не собирался в урон, и из-за этого... Если я никого не убью, я никак не качнусь. Да. 9.05. Так что, чат, как убить здесь призраков-то? Есть какой-то особый способ? Какими-нибудь дотами, святой магией, может быть? Святой магией, наверное, какой-нибудь прист может их убить, скорее всего, да? Даже призраки, их надо изгонять.
Реликт на новой атаке у босса. Так это не атаки, это новые свойства. Там же, понимаешь, атаки-то в целом все те же самые. Будут как будто бы. О, просто плюс 0.5 скорости передвижения. И здесь еще есть проворство. Смотри, значит, мы запоминаем вот это и берем вот это. Дамажить все, просто возле них нужно быть и дамажить, да? Настолько просто. Так, вот оно. Скорость передвижения. Сейчас флетовую качнем. Надо было... Какая-то шмотка была. Урон от скорости бега. А, у меня, наверное, такой нету. Блин, я случайно эту бахнул. Ворону. Надо будет ее потом искать, опять бегать. Астрономические сферы от скорости передвижения летают быстрее. О, точно. Вот их надо было взять. Да-да-да, был... Я же помню, что было какое-то оружие, да? Которое скейлится от этих... скорости бега. Флетвую разгоняет дабл зельем. Блин, а я не нажал на дабл зелье, что ли? Блин, я забыл. Я их специально залочил и забыл о нем. Ну, типа, бывает. Сейчас в следующие разы разгоню. Хера урон, чего вообще? Блин, давай просто тоже что-нибудь уберем. Это от элитки, наверное, был, да, дамаг? Пу-пу-пи-пу. А здесь же был магнит, я его уже подобрал, да, случайно, видимо, как всегда. О, золотой слайм. Где больше врагов, больше кач, но на деле... Может, на нижний свиток сбегать? Я уже как-то к нему почти добежал даже. Блин. Капец там элитки. Регенерация здоровья. Нет, здесь МС, скорость бега нужна. Да боже мой, какая жесть. Как же больно эти элитки бьют. Хорошо, что у меня ботинок хиляет на... Вообще хиляет? Вроде хиляет. Шаровуха. Окей. Так, вот это лочим. Точно флетовую разгонять? Не процентную? Да, наверное, наверное, флетовую. Процентов у меня дофига. Процентов у меня... 1.91. Вообще не так много. Ну, не, много, но... Как бы здесь все подряд проценты дает, поэтому. О, оно. Уже 14.52. Ну, короче, сейчас, наверное, за 5 минут сделаю, если не помру. Вот это не буду бутылкой. Да боже, хватит меня дамажить. 16.67. Ну, гуфтоп кто-то проходил на фул возвращение в море. Все, базим, не могу найти последнюю долбанную статую. Мы так и до нее пока и не добрались. Что-то хотим на выживач поиграть. Но пока что нет. Я, пожалуй, немножко здоровье качну. Чтобы вот такого вот не было, чтобы не умереть.
Блин, как же бесит эти элитки, которые черепами стреляют. Они еще быстрые, капец. Кстати, шары-то у нее бьют молнии, я вспомнил. Вот какая обилка как раз тоже бьет молнии, шары. Да почему я не могу коробки сломать? Ну чё за бред? Шары. Шары. Нет, ну тогда фантомные иглы, имба. Такое чувство, что я сейчас опять не выживу. Горячо. Да. Еще как. Когда, блин, вкачиваешься не в урон и не в защиту, а в только в скорость, наверное, на этой сложности реально можно помереть. Все-таки не надо было увеличить флаг брать. Флаг очень жесткий, не дает врагов нормально убивать. Многократный удар сдо... О, сейчас можно найти снова скорость, нет? Да, есть. Вот оно. Ну, может, этого хватит? 17.46. Блин, это все еще не 25. Это я наверняка получал урон недавно. Удваиваем. 19.67. Ну что, пойдем к ворону и посмотрим, получится или не получится. Здесь еще скорость передвижения 5% есть. Не у Ясу ускоряет, да, но его тоже надо найти. Как бы я бегаю, коробки ломаю, пытаюсь, но... Не от меня зависит. Блин, да что ж такое-то? Прям нужное не приходит. Мистер Ворон. Где же вы, где же вы? Вот здесь вот скорость передвижения, блин, никак не могу найти. Капец. Там сундук где-то снизу упал, значит, кого-то я убил. Вот он, мистер Ворон, сейчас где-то здесь будет. За мной чел на лошади не поспевает. 23-23 и... Я же получил урон, почему я не ускорился? Чё-то слабовато. Чё-то слабовато. Блин, ну походу не у Яс искать все-таки. Вот это вот, ну быстрая рука, где ты, блин? Может быть, в красных коробках что-то будет, но хорошая на скорость. Радиус сбора нет. Крит после каждого уровня. О, это бы отправить на самом деле. Нет, не так.
Но он так не сработает, да, наверное? Многократный удар, да хватит! Дай мне безупречную стойку на скорость передвижения, молю. Если буду далеко от ворона бегать, я до него не добегу даже на этих, когда не уяс получу. У меня всего одно ведро есть. 19.67, то есть ворон около четверки дает. Вот она, наконец-то, блин, быстрая рука. 5%, 20.11. Тут надо шмотки лутать. Сундуки опять. И хрен мне, а не ведро, да? Мощь от нанесенного урона звучит неплохо. Моба бы убить. Тут вообще мобов бы убивать, красные шмотки бы утать, да? Свитки. О, сферы. Смотрите, как сфера быстро крутится, жесть. Кайф. Так, еще одно на 100% шанс на крит. Давай наденем. Да что ты... 161% шанс на крит. Зачем мне столько? Крит урон тоже нужен. Ага, только доп. Урон нашел, к сожалению. Они не уяс. Книжка. Ведро! Вау! А можно носить одновременно кольцо крит-шанс за левел и крит-шанс за... И плюс 100 крит-шанса? Наверное, можно. Если так, то звучит как имба. Типа что? Пу-пу-пи-пу. А, да? Вот на этой локе почему-то по 200 за свиток дают. Или это от времени зависит как-то? Что улучшено, что нет. Даже не знаю. Не, ну получается, если я сейчас еще вот это вот кольцо отправлю, это будет жесть. У меня будет на базе 2 гига крутых кольца на крит шанс. Пу-пу-пу. 200? Нет, мне не всегда давали. То есть могу разгонять крит-шанс с каждым уровнем и 100 крит-шанса просто на старте. Ну, пожалуйста, ну дайте не уяс. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. О, новые стойки пошли. Так, тебя возьму, чтобы не мешалось просто. А, за книгу больше дают, чем за свиток. Соберите 100 подпиток, только это не та подпитка, которая мне нужна, к сожалению. Все еще. Регенерация здоровья, многократный урон, все не так. И все не то. Ой, я птицу нашел. Ура! Бегаем здесь, короче, пытаемся собрать неуяз. Рядом с птицей, и тогда я смогу. Птица снизу. Ай-ай-ай-ай-ай.
Да не, не дабл дэмэдж. Ну, пожалуйста, ну не дабл дэмэдж. Плюс один шар. Да, это оказалось дольше, чем я думал. Уже 10 минут пытаюсь. Просто жесть. А чё, череп на скорость атаки выпал. Наконец-то вот это выше выпало. Еще 5%. Итого сколько? 20-56. Где-то здесь электрические есть. Дополнительный урон молнии могут применять искру, да? Да. Так, здесь надо еще залочить и процентную скорость передвижения найти. Хотя, может быть, мне уже хватит. Я даже не знаю. Вот бы еще одно ведерко какое-нибудь. Вот она еще, скорость передвижения. И 27.45. Сейчас 0.5 базы возьму, плюс птица, скорее всего, должны 25 метров бахнуть мне. О, нифига себе. Так, это тоже берем. Ну, короче, еще один левелап. Сейчас залоченную скорость возьмем. Наконец-то это можно выполнить. Я еще и сильный почему-то получился. А, и правда ведро нашел. Вау. Прикольно. Я могу, правда, только забрала военачальника отправить, но мне нужны зеленые шмотки уже отправлять, а не такие пососные. О, еще скорость бега выпала. Так, птица, ты где? Есть. 25 метров. Слушай, ну давайте попробуем уже нормальную шмотку еще ведром отправить. Сейчас здесь элиточек поубиваю. Капец, скорость. Голова не кружится, чат? Сейчас, наверное, за огнеметчика пойдем. О, еще и этот, бутылка, это тоже хорошо. С этого, скорее всего, обычный сундук выпадет. Это вроде как обычный босс этой Локи. Больше спать хочется. Чего? Че, сундуков не будет? Нет. Там боссы спрятались где-то внутри, я видел. Может, сферу усилить, чтобы элиток убивать? Так я сферы пытаюсь накачивать. Вот сейчас с этого сундук должен выпасть. На самом деле, сферы не настолько сильные. Здесь, кстати, тоже зеленая шмотка может выпасть. А я капюшон уже отправил в этом... Нет, не отправлял. А капюшон сильная штука. Поехали. Все, забег добивать до конца точно не будем. Чуть целых 8 минут. Что я здесь сделаю? А, можно попробовать призраков вбежать и попробовать их убить. Хотя бы одного, да? Раз уж мы здесь. Раз уж у нас есть какой-то билд. Стартовой защиты персу, который, например, качает себе процентную защиту, по-моему, воин, да? Может, кстати, воином сейчас сыграть. Пробеги от одного конца до другого, а там ничего и не будет. Мы же там уже были. Блин, я, походу, не пробегу, я, походу, просто умру, если буду так бегать. Ну, слайм.
Демон. С него, по-моему, тоже деньги должны дать. Сейчас я его убью быстренько. Да не, я сейчас просто сдохну, скорее всего. Ну вот шмотка, которая от скорости урон этот дамажит. От пройденных метров, например, огненная. Не, там какая-то эта имба была преобразование скорости в силу блока, по-моему, что-то такое, да? Мы видели пассивку. Не пассивку, а шмотку. Да-да-да, блок от скорости было бы очень сильно. Гигатоп. Ну, что-то не знаю, незаметно, чтобы они прям урон получали. Прикольный билд, жаль такое сливать. Да не, слабый билд абсолютно, ни о чем. В смысле, дамага нету, сейчас умру уже. В призраков я шел. Нормально, что ачивка не засчиталась, в смысле? Электросвойство волшебницы, вот, все засчиталось. GG, волшебница, все. Двуручник. Здоровье, урон, базовый урон, базовой досягаемости, базовой площади. Либо...